По предварительной информации, при движении на закруглении дороги водитель мотоцикла не выдержал боковой интервал и врезался в бетонное ограждение. Водитель и пассажир упали на проезжую часть. При падении пассажир, 29-летний житель Ростовской области, попал под колеса едущего сзади автомобиля ВАЗ-2108. Водитель легковушки с места ДТП скрылся. Водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте. Сотрудниками ДПС при просмотре видеозаписи с камер наблюдения был установлен маршрут движения машины. Вскоре скрывшийся с места ДТП 21-летний водитель «восьмерки» был задержан. Проводится проверка.